В общем, какая была картина ровно 2 года назад? В общем-то, 20 августа я загрузился жить на Прохорова. Но про это я еще буду рассказывать. Картина была, в общем-то, весьма схожая с этим годом, потому что стояла тоже жара вообще. То есть конец августа, вот до 20-го как раз где-то числа. То есть просто за 30 далеко. Я даже ехал с ящика, и у меня термометр в машине впервые в жизни вообще показал 40 с лишним градусов. И у меня есть фото этого. Или фото, или даже видео. Но тогда я еще блогером не был. Только я уже говорю, в конце Прохорова я сделал первую попытку. Я выехал с камеры отдельно. Но, как я уже говорил, ничего не получилось, поскольку канал не тот. Канал официальный. Вот этот мой, студия Джона. Кстати, напомню, что моя джинсовая жизнь называлась «Дневник Джона». Блин, холодно, зараза. И дай-ка я еще поддену курточку. Пипец холодно, извините. Дайте-ка я. Просто как обзда, как холодно. Надеюсь, тут не нагажено никем. Ё-моё, я просто сейчас возьму и... Блин. Вот эту куртку накину и никого спрашивать не буду. Жесть какая-то. Не собираюсь я мерзнуть. Вообще ни капли. Возьму да и одену куртку. Чё кому сделал, правильно? Люди похуже вещи творят, а я всего лишь взял да одену курточку. Сейчас, подождите. Сейчас, короче, я выйду отсюда, вон, глядите, как народ стоит. Вот сейчас-то мне и врежутся в камеру. Ладно, все, короче. Вот здесь можно пройти. Сейчас смотрите следующее видео.